Салон мертвяк в усмерть, могила в Гленвейле, ребятушки. Мы с вами на тестовом билде, и с вами на связь Джаз Джек и Киришка Парадекс. И мы пробуем новых выживших. Да. Пробуем вот играть. Она тут. Она на майне. Возможно, против новых манов. Да, она здесь. Хорошо. Мы пока заводим. Ой, дверь вынесла. Понимаю. А, она сюда идет. Это ты был со мной, да? Да, нет, в смысле, я не с тобой, я с ней бегаю. А, леща дали. Что-то она странная, а что она пацана не использует? Не знаю. Она использовала, она стоит. А можно заслепить ее, пока она стоит? Можно ее застанить, тогда пацан пропадет. Вот тут! Ай-яй-яй, это мелкий тут! Я раненый! Помогите! Пожалуйста! Он пропадет. Он шипит! Где ты? Я вот завожу сейчас. Я с вами. А вот это ты. Все одинаковые. Вон, блядь, там пацан промазал. Вон он наверху, да-да-да, вон он, вон. Ой, я по тебе промазал, че. И, кстати, свет как-то по-другому, тебе фонарем. Как камера по-другому. Они каждый раз камеру меняют. Ага, чтобы не привыкали. О, она зашевелилась. А где мелкий? Я его вынесу сейчас. Да вон он там где-то орет. Слышишь? Да я его сейчас найду, я ему в табло тресну. Ой, они дверь вынесли. Ой-ей. Понимаю. Та, где пацан? Ага, не увидела. Все, выехали за ним. Так, она мимо пробежала. Да снимай его! Он просто с ним на спине сидит. Он специально его не отдает ей. Походу, ну. Это, видимо, тактика какая-то. Ай, леща дали. Ой. Че это за танцы на мэйне? Я ушел. Да блин! Надо было выпрыгивать. Черт, она меня донесет. Я просто, она начала проверять, короче, эти шкафчики какого-то хрена внезапно. И это. Хотя нагнулась. Он её не отдаёт. Да, он не отдаёт, да. Меня спасите, пожалуйста. Что я тут завожу? Я почти завёл. Да, он там по мейну бегает от неё. Да господи, что же она такая тугая? Ей показываю, что я ранен, я заведу, говорю, иди спасай, а она, нет, давай захилю. В итоге села заводить. А заводить нельзя с ним на спине? Я не знаю. Давай лечиться. Давай. Вон она что-то бегает. Она не может челика поймать. Да. Капец. Не, ну это жестко. Но по факту она теряет всю свою эту. Как я? Преимущество, короче, теряет. Ну да, но типа она может и с руки тоже нехило так напинывать. Ну, может быть. Если от нее вот так бегать, она бесполезная по факту сейчас.
Ну, может быть, разрабы придумают, что там он спустя время там слезает сам, знаешь, вот что-нибудь такое. Или добьет тебя, если ты его не снимешь. Ну да, либо это будет, ну, как кровотечение, там, то, что он тебя душит. Ну, короче, что-нибудь допилят по-любому. А, можно же сундук открывать бесконечно. Подожди. Укладываю. Я пока заводить все. Так. Потом поменяемся. Я не брал этот перк. Блин. А, да? Ну иди заводи. Так, все. Погнали. Че, обыскиваешь там, да? Да. Сейчас посмотрим, что найду. Так, аптечка. Желтая. Дальше. Ты, кстати, обратил внимание, что над чуваком у него такие руки, короче, еще появились, да, что да, его да, схватили. Да. Так, еще. Аптечка. И карта зеленая. Короче, я тут накидал, если что интересно, можешь взять. Это чисто еврейский билд. Конкретно еврейский билд. Представляешь, сколько предметов можно вынести при помощи вот всего вот этого дерьма? Не, по факту 4 предмета, но если бы можно было с собой еще брать... Нет, я имею в виду в смысле вынести, в смысле подоставать, потому что если еще взять подношение на... Блин, она тут. Я завести не успею, ты можешь дозавести? Блин, я хотел пойти повыполнять это задание. Ну, выполняй. А какое задание? Да мне тотемы сломать надо. А зачем тебе в тестовом задании выполнять? Оно не засчитается у тебя в основное. Мне очков дадут. Так, я завожу. А, она вернулась. А мы последний тут... А, блин. Мы еще один, короче, заводим на виселице. Что-то я понял. У нее рывок есть, прикольный навык. С рывком. Какой-то смертельный рывок. У кого? Ой, как фонарь, нифига. Камера какая. У маньяка нового. Рывок 60 метров или сколько у нее. Я завел! Я успел. Так, что, я открываю? Давай. Ой, какая камера классная, нифига себе. На фонаре-то теперь. Какие ворота открыли, я вообще не увидел. А, вот вижу. Чувак так и не отдал пацана, интересно, он выйдет с ним, нет? А он выйти с ним не выйти. Может, да. Да. О, я люк нашел. Нифига, новые люки. Красивые. А все, он и не уйдет никуда, походу. А почему снять же можно? Все. А, все. Блин, я... Ладно. Чисто видос, как обыграть маньяка гайд. Не снимать этого пацана. Ну, кстати, да, хорошая идея. Да, и все. А вот страдания и поместье Макмиллан, и мы продолжаем играть Dead by Daylight на тестовом сервере. Здрасте. Здрасте. Это ты бегаешь, да? Нет, я приседаю вместе с Мэг. Ой, а кто это? О, она выпустила мелкого. А, уже? Да, я услышал. Он завизжал, по-моему. Ну да, это... Нет, такой звук. А, он тут! Тихо. Он такой страшный, чё он такие звуки? А, его глухануть можно? Да. Все, нету его. Его убили. Да он сразу там у нее перезаряжается, она может еще раз... Чувак рядом со мной спамит, прыгает. Зачем, господи? Это же тестовый билд, что ты хотел? Здесь серьезно редко играют. Да и чё, я хочу все равно подзаводить. Не хочу, что меня выпили. Здравствуйте. Я вас понял. Вы что делаете? Я вообще тут ни при чем. Я мимо шел. За мной нет. А, она не за мной, все. Можно заводить.
Чувак уже слег. Да. Добегался. О. Че, поднимем его? А. А! Двоих одним ударом? Кого? Как это произошло? Так, я пошел поднимать. Стой, застой, не снимай, она ж повесит. Понимаю. Надо, наверное, уйти. Да, она да. За тобой, да? Нет. Сейчас... А, повесила. Ой, ударила чувака. А он чувак... вышел! Пусть отползает чувак, короче. Она его не донесет, если он ползет. Подняла. По идее, не должна донести. А? Сука! Прикинь, не получилось за 105. А? Серьезно, мы вдвоем остались. Да я понимаю, что мы вдвоем остались. Ну ладно, хоть побегаем. Да, мне кажется, недолго побегаем. А, я понял. А вон она. Она мелкого, по-моему, выпустила. Но это не точно. Блин! Может у меня ключ получится? Подожди, подожди! Сука! Спила. Да. Так, где подвал? Не, ну давай я его тоже давить не буду, буду от нее бегать, пробовать. Попробуй. На палетке нельзя, по-моему, с ним скидывать. Ты не на мейне? Я хочу на мейн зайти. Ой, она бежит за мной. Я иду аптечки и ключи искать. Так, сундук нашел. Все, я его сбросил. Ай, да... А, понятно. Так, фонарь. Блин, здесь у меня нет барбекю. И как всегда, ну, рядом с крюком и палеток нет ни хрена рядом. Ну, что за перк? Но он настолько тупорылый, что типа реально, ну вот, давайте тогда везде палетки пихайте, я не знаю. Ну типа, блин, как ты его применишь, если ты реально рядом с крюками везде падаешь? Вот везде, где бы ты ни прошел, в метре есть крюк. То есть ты не успеваешь даже повырываться по факту. Надо не палеток добавлять, а крюков больше делать. Ой, меньше крюков, да, делать. Потому что, ну это бред. Ты не успеваешь реально ничего сделать. Еще я ключ поищу, еще два раза. И приду. Я не успеваю. Я иду. Опа! Прыжок вверх. А вообще она могла сюда тут мелкого оставить, чтобы если я подошел, у нее сердцебиение было. И она меня увидела. Что, думаешь, ты хороший? Нет, там пацан. Мелкий, мелкий! Пошел вон, щенок! Ой, она тут рядом стоит, ё-моё. Ой, я его скинул, когда палетку скинул. А, едите, я не услышал! Я вообще... У меня первый раз она на меня нападает. С мелким. Я офигел сейчас. Так. Блин, капец, и палету я отдал. Она в ту сторону идет. Давай, ключи, я попытаюсь спрыгнуть. Тихо, 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 тихо. Понимаю. Блин. Тихо. Уходим. Бежим. Можно, в принципе, как-то у дерева обключивать мелкого и с ноги его. Бам! Пробовать. Потому что ему нужно заряжать этот прыжок. Да-да, ему нужно заряжать. Сложно попасть. Да, сложновато попасть. Так, я в подвал пошел теперь обыскивать. Блин, столько раз обыскал, ни одного ключа. Ну, серьезно? Ой.
Ой! Ой, перепутал бокс. Я думал, она меня заметила, она меня не заметила. А, какого хрена, Кирилл? А? Я еще обыскиваю. Она в подвал меня сейчас потащит. Прячься. Серьезно? А, не. Я не знаю, ну а как? Ну блин, ну... Она меня скинула. А, она меня мементит. А, у нее мемента. Ага, захилиться мне не хватит. Вот это прикол, за тулбоксов 3 штуки. Люк. Я спалился. Я вовремя отжал. Говно у нее мемента, кстати, если честно. Она люк закрыла. А, идиот! Иди сюда! Блин, ну пацан! На! Лоу-кик! В голову! Не, ну пацан ржачный, конечно, я манал вообще. Да, это Витя. Витяня. Витяга. Витяга, ну за шо? Это Витек. Сейчас она своим рывком как мне в голову даст. На. Серьезно, не контролил. Вот так вот, да. Эх. Ну, короче, вот мемента у нее говно, по факту, реально. Типа, она берет там просто ножом такая, раз, два, три, бью. А, подожди. Ага. А, нет, она тебе открывает, что ли? Ну, она хочет открыть, да. Ага, сейчас. Она выпустит. Не, она выпустить хочет. Она хотела открыть, но у нее не получилось. Ну, не вешает. Да не, она тебе это не успела повесить, мне кажется. Везет кому-то. Впрочем, как обычно. Почему как обычно? Да потому что. Всегда, блин, везет Кирюша. Правда. Приседают они тебе так странно еще, кстати. Да выходи уже, блин. Да я хочу заслепить. Ой-ой-ой-ой-ой, друг, извини! Ой, у меня звук заглючил. А, вот так трррррр, да? Да, трррррррр. Это в прошлое, это с мором появилось. Салон мертвяк, смерть могила в Глянтвейле! И мы продолжаем играть в Dead by Daylight в тестовом билде! Да-да-да. И с вами, кстати, Джаз Джек. Она в этом же месте. Да, и Кирюшка. Да. И Кирюшка там затесался где-то. Да-да-да. Идет на мейн. Идете. Крадете. Так. А вон она. Ой, малого выпускает. Выпускает, да? Наружу? А, нет, не выпустила. Эх, я думал. Я-то надеялся. Давай, выпускай малого. Эй! Где она? Дай мне Витю. Ладно, я заложу другой. Подари мне Витю, друг. Остановите. Она ушла. Вити. Вон. Витя, надо выйти. О, увидела. Че, на Витю? О, выпустила! Давай. Хорош. Все, побежали. Че, ты будешь пытаться с ней бегать теперь? Да. Все, я не отдам.
От пути, не путю. Он набегает. Я, кстати, только сейчас обратил внимание посмотреть наверх карты. И что там? Там космос. Ну да. Так она у меня... Нет, 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 я сейчас добегаюсь, походу. А палетки же нельзя скидывать. Понял. Добегался. Надо было на мейн идти. Сейчас еще раз попробую. Кстати, надо в палетку лечь. Может, скинется. Блин, нет. Нет, там надо 30%. Да я знаю, что 30 надо, но... Я думал, накоплю. Смотри, куда несет. Тут суть в том, что палеток особо не было. Ну, у тебя какого уровня перк этот? Второго. А, значит, 30, да. Так, надо еще раз попробовать захилиться. Я иду, Кирюша. Давай. Та-та-та-та-та! Хоп! Кислотный диджей! Хей! Диджей! Хей! Хей, хей, хей! Хею, хей, с вами Инван Гей! Понимаю. А чё, нормально, мне кажется. Блин, надо создать второй канал и говорить «Хэй-хэй, с вами Иван Гэй». Хотя это надо было говорить еще лет 10 назад, когда он был популярен. Где он, интересно, сейчас? Не знаю. Он, наверное, все равно еще популярен, там что-то, может быть, ведет. Ой, он сейчас прям сюда придет, наверное. Да-да. А я такой хоп и спрятался, все, меня не видно. Я такой хоп, финт сделал и побежал. Блин, она запалила меня, собака сутулая. Так, хиляемся. Ты где? Я все еще бегаю от нее. На мэне? В салоне. Можешь упасть, я засечу. Оно уже не, тут лучше не надо. Понял. Я кустик, я вовсе не медведь. Она в стену же упрется, если окна встанет. Или повернется, я не засечу. Выползи лучше подальше. Отползи подальше! Нет, смотри. Хорош. По таймингу. Эй, она меня увидела. Hello. It's me. Name? Ты чё, на пролом будешь идти, ты шо? Ой, всё, палетки начал ломать. Уничтожительница палеток. Иди сюда. Ай, леща дали. Че, кого, где она? О, мелкий! Надо мной, что ли? Я не пойму. Такое ощущение, будто он сверху, но был. Он, по-моему, и был сверху. Смотрим в оба. Че, повернись. Я просто буду смотреть в закат. Слушай, у нее голова прям подходит как раз под солнце. Со своей причесулькой. Понял. Подхилишь, что ты? Да, это я.
Давай. У меня есть часы. А, они вдвоем упали, я только увидел. Они вдвоем лежат. Угу. Сейчас отправляемся на спасение. Спасительная миссия. Спасательная. А это, а где еще ворота? А, так, один выполз. Я та, понял, а второй? Значит, там ворота открытые. А он несет ее. Ты думаешь, это хорошая идея? Да, да, это вообще отличная идея. Наеда нет. Я бы Витю цепанул на себя и отвел бы его, а ты спас бы. Или наоборот, у меня часы есть. Спасай. Сейчас заслепить попробуем, может получится. Уходи, Кирюша. Не могу. Увожу. Так. Все, она меня прогнала. Так, 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 так. К сожалению, она меня прогнала. Отвернулась. Друг, прости. Друг, я пытался. Прости. Куча хорошего настроения. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.